Невский эпицентр сегодня в Москве 15-17 градусов. Возможно, как давление идет. Завтра в Мурманске плюс 1-3 градуса, временами небольшой снег. В Архангельске 5-7, временами небольшой дождь. В Петрозаводске 9-11, небольшой дождь. В Нижнем Новгороде 11-13 дождь. В Саратове 11-13 без осадков. В Екатеринбурге 10-12, временами дождь. В Санкт-Петербурге завтра 9-11 градусов, кратковременный дождь. В Москве завтра 15-17 градусов. Нет. А что написал?
повести, рассказы, пьесы, наконец. Зачем? Что значит? Написал. Чтоб читали люди. И читают бы. Читают. Молодец. Однако раньше читали лучше. Взять вашу улицу. Раньше читали. Теперь нет. Супу хочешь или домой пойдешь? Вот теперь я тебя узнала. У меня сестра Тамара. Ты ее знаешь, она работает на шпагатной фабрике. Так вот, у нее Тамара есть. Муж был, работал в больнице шофером, дураком возил. Однажды он так напился, что зашиб милиционера, представляешь? Ну, нашли его и посадили. А сестра моя вышла замуж за другого шофера. Тот тоже пил, страшенно. И его привлекли на драку. И он на Марке моей оттуда письма начал писать. Слушаешь, да? А Тамара моя жила как раз около цирка. И в этом самом цирке как раз звери выступали. Билеты нам доставала Антонина Петровна Савельева. Вот она-то мне про тебя и рассказывала. Что ж ты, говорю я ей, без мужика-то живешь? А она: я живу с Чеховым, едим вместе. А она, баба, ничего была, да? Ни грудь, ни фотка. Да. Слушай, ты ж, наверное, за всю жизнь много книг прочел, да? Много. Одну? Две? Три. За всю жизнь три книги. А что, заметно? Заметно. А вы сколько? Ноль. Ноль. Три. Один. Сергей Николаевич. Всю жизнь писал как каторжанин. Бывало, напишешь одной, и сразу начинаешь другой. По что не отдыхал-то? Успел все? Успел. Нет, сгорел за письменным столом. И чё? Зачем пришел-то? Уважаемая Сергея Николаевна, вы самый образованный человек в районе. Будьте милостивы. Запишите в библиотеку. Библиотека. Хватит. Глянь, очки вспотели. Ситуация складывается таким образом. Нужен хотя бы один читатель, и мы спасены. И много вас таких? Много. Вся библиотека может платить. С Нового года стеллажи на склад, а нас в огонь. Кому повезет, того в подвал. А самое страшное, знаете что? Что? Увод. Иван Сергеевич, повезло. Мы страдали, думали, мыслили о вас. Говорят, пишут одни дураки. Это правда? Среди нас таких нет. А у тебя что почитать? Рассказы житейские, на любой вкус. Вот, могу предложить чай. Люблю зверей. Когда в обществе относятся к нам несколько иначе, нежели, скажем, к купцам, то это идеализм. Здесь отец вечной материи, холодильник. Не пойму, что ты хочешь? Так вы идете. Куда? В библиотеку у рынка. Далеко. Хотя бы одну книжечку. Ну ты сам подумай. Мне что, делать больше нечего? А зачем же я тогда сам? Кто тебя знает? Полагаю, здесь можно опустить замуж. Ладно придуриваться. Еще супу хочешь?
Пожалуй. Мне что? Зубу жалко. Мне вас, балбесом, жалко. Ну скажи, на кой хрен сдался ты мне с книжками этими? Вкусно? Вкусно. Ешь нормально, по бороде еще. Как там тебя? Антон Павлович. Ну да. Вас там что, библиотеки не кормят? Ой. Ты ешь, ешь, Антон Петрович. Антон Павлович. Ну да. Значит, Чехов говоришь. Да, Чехов. Тут в книжке твой портрет. Мой. Значит, твой, говоришь. Понимаю. Значит, тот самый Чехов и есть. Тот самый. Врешь. Правда. Тот же умер давно. Ну и что? А то, что мертвые тут не едят. Не едят. Врешь. Едят, но не все. Это как? Я вам по тебе расскажу, дорогие слова. Говори. Писатели бессмертны. Все? Нет. Лучшие. И ты? Я. Ловко. Ну что? Что? Чем займем? А что ты можешь? Я? Ты. Раньше колбаса стоила 2,60 за килограмм, а пачка крупы 16 копеек. Ходя в гастроном, можно было не только вертеть башкой и нюхать запахи, но и отдаваться по совести. Рыба, мясо, котлет, животное, сметану, молоко, кефир. Это что? Романтическое вступление? Романтическое. Скоро. Ладно, писать.
красавцы. Больно умный не по мне. Тупу натрескался, обогрелся. Теперь уходи. Спокойного сна. Библиотеку, видишь ли, закрыли. А я что? Была на вас мода, да вышла. Что ж, скука ему. Нет, парень, это не скука. Тут вся моя жизнь. Не жизнь, а дурь сплошная. Голодная курица, все крутится. По-любому. Кто такой?
текст. Меня ж ночью комары кусали. Жужжит над ухом тоненьким голосом. Осенью тараканы, зимой комары, летом мухи. Теперь писатели пришли. Я что думаю, Вера Николаевна? Может быть, вы еще откроете читать? Не вечно же похотливая красотка. Благодарствуй, матушка. Дай Бог тебе здоровья. Один мудрец Римский сказал, одна прочтенная книга заменяет 10 килограммов мясной выли. Говядина! И говядина, и баранина. И свинина тоже. Существует чего там? Нет, так хватит. Thank you.
Лев Николаевич! О! Лев Николаевич, сильно на вас обиделся. Хотел пожаловаться самому. Мы его отговорили. Ледниковый
период выдержки читателя. Ученые до сих пор ждут сведения, отчего у читателей исчез полотенный покров, почему они плохо грызли капусту. А ты? Вот, вот не был? Был. А я не была. Ты не сказала. Напиши про меня в газету. Не могу. Чернила вышли. Вот. Есть. Нельзя мне. Таблеток и тех никогда не ела, а книжек не кумеры. Стой! На! Пользуйся! Благодарствую, мать. Сказать тебе нечего. Наружу
грустность у тебя неважная. Хвораешь? Дай-ка. Ого! Да ты кипишь, поэт! Thank you.
квадратный тысячу, который в нотном чуть поменьше, но тоже ничего. А этот чайку сочинил. Кто это? Узнали? Похож. Не похож, а он и есть. Вот. Живой Пушкин? Живой. Он же там вот. Нет, там. Они задумали. Жив. Это как? Безмертный Пушкин? Тот самый классик? Точно так. А это кто? Антон Петрович. Какой Антон Петрович? Чехов. А это кто? Хлопочет. Да, граф. Я знал. А этот носом Гоголь называется. Может, слышим? Какой у вас здесь воздух. Невероятно. Что ж делать теперь? Я сама с ними управлюсь. Ну только денег дайте. Разумеется, им здесь не место. Точно. Пожалела, запустила. Каюсь. Едят больно много, а горчичники не греют. Живем, как в трамвае. Тут Гоголь, там Толстой, здесь Чехов не протолкнут. Помогите. Да-да, конечно. Ой. А что с ним? Барашку надо. Ясно. Как люди и болеют, и страдают. Невероятно. Библиотека. Что? У рынка закрыли? Закрыли. Ну. Да-да. Конечно, нужно срочно решать этот вопрос. Вопрос подумать. Скандал. Мочи нет. А может их бумагой кормить? А? Вашей болезни. Дайте денег! Зачем?
народ обнаглел. Кстати, ты слышала, наш студент получил Нобелевскую премию. Ты читала его роман? Нет, а ты? 02? 03. Ладно, ночь. Ложитесь спать.
Твой адрес, готовились, и вот тебе на.
пропали, будто и не было просто. Интересно. Почему? Не знаю. В последнее время все молчком, молчком. Не нравится мне. О, Вера Николаевна, послушай. Дорогая наша Света, поздравляю тебя с рождения маленького ангелочка. Твои друзья Пушкин, Лев Толстой, Чехов и Гоголь. Наверное, это мои друзья. Старые здания, говоришь? Напечатка. Вера Николаевна, там больницу надо. А тебе по совести кто больше нравится? Ла 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 ла
хлебные мякиши. Книги, книжки, книжки. Зачем? Для чего? Не понимаю. А где? Кто? Ваши галлюцинации. Ушли за молоком. Понятно. Что вы пишете? Так, на душу. Вы тоже бессмертны? Вряд ли. Чернила сохнут. Хотите яичницу? Нет, я сыт. Интересные случаи, сумасшествия. И Пушкин у вас живет. А что? Он нас слышит? Нет. Ау, Александр Сергеевич! Александр Сергеевич! Он спит. Спит? Где? Вон, трава. Александр Сергеевич! Харапка у него. Да. Одни говорят, я исписался. Другие, стоп, выдавши. Мой отрабат, а свет цель. А в четверг все билеты проданы. И он снова лезет на проволоку. Вот и приходится искать вдохновение. Сумасшедший домах и трущоба. Интересно, если не так. А Пушкин читал мои произведения? Пушкин не читал. Чехов читал. Любопытно. И что он сказал? Дерьмо? Очень неприятная сырость. Напишите про меня. Зачем писать Чернову? Печально. Все печально. Сквозняк. Поднял воротник, перешел улицу и скрылся.